зовут Элина Азадова. Я работаю тестировщиком в компании DataArt. Shall we begin? Сегодня мы поучаствовали в таком хорошем, организационном, конкурсе. Это очень-очень хорошая была возможность. 3 часа драйва, положительных эмоций. У нас самые лучшие идеи были в последние 5 минут работы. Мы научились распределять обязанности, мы научились, как работать в команде. Дало возможность показать свои навыки, знания. Це реальна можливість відчути, що відчуваєте. QA під час дедлайну. Очень сильно понравилась благожелательная атмосфера, вот, ну, просто во всем. Мы пришли за хорошим настроением, и мы его получили. С небольшим отрывом победила команда номером 5. Было очень все весело, все очень быстро делалось, дух командный очень был у нас отличный, новый интерес к этой профессии появился. Мероприятие Testing Dojo впервые проводилось в Херсоне. Участниками были люди, которые уже имеют некоторые теоретические знания, но не имеют практики и при этом очень хотят стать тестировщиками. У нас было для них несколько заданий, которые они выполняли за достаточно короткий период времени. Но, тем не менее, они были очень активны, они работали в команде, и это было действительно круто. Я думаю, этот опыт, который они здесь приобрели, они смогут в дальнейшем применить и в своей работе, и, возможно, в дальнейшем в работе именно по специальности тестировщика.